Ну что, поехали, берем нашу тачку. О, это сложное место. Тут если крокодилы, да. Есть место. Ух ты, куда я заехал? Нет! Разбился. Вот почему я не люблю вот эти вот наросты. Наросты эти мне не нравятся. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Вот здесь у нас бензинчик лежит. Все, бензик взяли. Так, нам главное здесь хотя бы первое место занять. О, ребята, быстрее, нет. Ё-моё, ладно, только второе. Давай, идеальный старт. Так, здесь полегче будет, наверное. Опа, кто-то там что-то перевернулся, чи что? Непонятно. Так, бензик. Нормально. Ой-ой-ой-ой. Все, победа. Так, итого мы заняли даже первое место. Офигеть. Отправляемся дальше. Первый снег. О, первый снег я люблю. Эх, едем. Вот, идеальный старт. Первый снег, ребята. Это самый легкий, как бы, из этапов. Второй посложнее будет. Какой-то Джош, я смотрю. Какие-то у него молнии там. Интересно. О, нет, назад и вперед. Все, успеваем. Давай. Здесь надо первое место занять. Как минимум. Во. Первое место, отлично. Так, а здесь надо не так, не сильно спешить. Здесь спешить не надо. О! Опа, бензинчик есть, отлично. Ой-ой-ой-ой, аккуратненько. Аккуратненько. Первое место у нас, ребята. Мы лидируем. Вот, а, все, приехали. Thank you. Первое место. Дальше. А, вот здесь не будем спешить особо. Смотри, как они вырываются вперед. И все, ребята, они разбиваются. Потому что здесь вот эти вот опять-таки наросты. А чё ж я так перевернулся-то сильно? Да. Ох ты, все равно первое место. А проехать-то совсем чуть-чуть осталось, ребята. 200 с чем-то звездочек. Да ёшки-маташки. Ага, что же мы будем, как, что мы будем делать? Давай попробуем... нет, гору мы не проедем. Давай попробуем город возьмем. Не на мотокроссе, а на тракторе поедем. Так, 1300 метров мы туда не доехали. В принципе, не сильно и много. Попробуем доехать. Попробуем. Не, главное своим ковшом тут ничего не зацепить. Можно зацепить ковшом. Вещи очень, очень ненужные. Опа! Да, трактор у меня очень слабый, слабенький. Не прокачанный трактор. Опа, давай, есть. Заехали. Слушай, может это мне VIP купить, а? VIP доступ на месяц. Ой, потому что так долго будем эволюционировать. А 800 метров осталось доехать. Самое обидное, что чуть-чуть осталось мне звездочек взять. А-а-а, не хватает звездочек. Ох. Так, сколько там? 600 метров, да, осталось? 500. А, до того места, где я могу реально потерпеть поражение. Что-нибудь случится. Я не помню, улучшал я трактор или нет. Зато я не могу сказать точно.
за все это время, которое я не играл. А не играл я где-то примерно 2 недели. 2 недели я не играл. Во-во-во, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. 200 метров осталось, нифига все падает. 200 метров. О, 150 метров. Скоро где-то что-то будет хорошее. А, все, 60 метров, ребята, 60 метров. Где-то здесь я упал. А, вот здесь я упал. Опа, и мы проехали, офигеть. Сейчас я буду получать звездочки. А нам нужно всего лишь 200 звезд. 250 звезд, ребята. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Здесь мы будем так делать. Да ё-моё, чё за вонючий случай, а? Поехали! Уии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 иii. Откроем, о, эту трассу. Новую трассу, ребята, откроем. Есть такое предположение. Во! 230. Есть! 250, отлично. Опа-опа-опа, аккуратно-аккуратно-аккуратно. Офигеть, ребята, мы открыли зимний режим практически. Практически открыли зимний режим. Новую карту открыли. Как замечательно, как замечательно. Тыкс-тыкс-тыкс-тыкс-тыкс. Спасибо нашему трактору. Он нам поможет открыть новую карту. Во! Уже 560 звездочек. Надо максимально количество звезд сейчас заработать. Опля. Может, 1000 звезд. Не знаю, получится нам 1000 звезд заработать. Или нет. Опа! Отлично, отлично. Может быть, и 1000 мы сейчас заработаем. Хорошо, так, здесь делаем вот так вот. Вниз спускаемся. И подъем наверх. Раз. И еще два. И давай, 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 давай. А, вот здесь все, да? Не хватает, да, нам этого энергии. О, нет, смотри, заехали. Поехали, дружище. Поехали, едем, 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 едем. А-а-а, заехали. О, я весь был так напряжен, и так был напряжен. Ты подумай, что с ковшом случилось? Опа. Так, бензинчик берем. Во. И ковш, смотри, как интересно встал. Офигеть. Так, больше, чем 1000 звезд. Ай-яй-яй-яй. Красиво, красиво как, а? Сейчас еще денежки пособираем. О, 220. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нет, я сейчас... Я провалился! А, нет, еду, еду. А, о, привет! Привет, чувак, мы здесь даем стали, что ли? Да. И мы открываем, ребята, новое звание. Первый проходит скаут. И новое приключение зима. Новый костюм водителя, шлем снеговика. Это хорошо. Давайте зайдем в гонку. Возьмем первый свой автомобильчик. Изменим вид. Что у нас тут шляпа есть? А, вот такая вот шляпа есть. Но мы сделаем такую снеговика. Поехали. А еще вид машинки изменим цветом. Вот такой синенький возьмем. Все, теперь мы можем ехать в зимний вариант, в зимний режимчик. О, вот это типа такой, типа сельской местности, я так понял, только зима. Можно здесь колеса, кстати, ставить, которые помогают цепляться с снегом. Ага, итого, надо, каждая машинка, если по 1000 монет, ну это где-то 10 машинок, 10 тысяч мы соберем. Так, а на новую карту, кажется, там вообще много. Я сейчас посмотрю, кстати, сколько звезд нужно на новую карту.
сколько мы вообще здесь этой машинкой проедем. Неизвестно. О, а здесь, смотри, вода какая-то. Ну ладно. Вообще-то зима, какая вода здесь может быть? Здесь должен быть лед. А не водичка это. Ну-ну-ну-ну-ну. У меня, в принципе, прокачанная машинка. Едем, едем. О, олени какие-то смотри стоят. Санта-Клаус, только не хватает Деда Мороза. Опля. О, спасибо. Так. 1000 метров надо пройти. Чтоб собрать. Ух ты, здесь подъем, смотри какой. Какой подъемчик есть. Так, а сколько мне денег дадут? 1150. Ого. Здесь мы конкретно сейчас, ребята, денежки подсобираем. Тысяча. 8000. Может быть, даже какой-нибудь мопед купим. О, так, еще немножко. Давай, давай, давай. Да ё-моё, ты что не можешь заехать? Это же просто, здесь же все просто. Давай, 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 давай. Смотри сюда. Нет, надо нахрапом брать, слушай. Раз. Два. Снял бошку, не доехали мы. Тут надо на багги ездить.